Вы очень грамотно задаете вопросы, на самом деле. Без ваших вопросов я бы скатывался на какие-то темы, углубляясь в мир. Вот то, что у вас есть план, это замечательно. Вы часто даете интервью, общаетесь? Разумеется, но приятно видеть профессионалов. Я вас увидел, профессионалов, да, я способен оценить уровень интервью однозначно. Просто что касается войны, очень сложно дать интервью или объяснить универсально для всех, потому что слушатели или потребители этого контента, они очень разные. Если это юнармия, это одно, если военнослужащие, другое. Слушайте, ну что важное, важное, неважное. В нас с тобой горит огонь, можно жечь им или дарить тепло. Ты был достаточно силен, чтоб сделать новый вдох, теперь тебе вторую жизнь.